Не обращай свой клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подводи братство ассасинов. Это основные догмы кредо. Это правила, по которым я жил. Тогда я был молод. Начиналась 7-летняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба, какую цену я заплачу. Меня зовут Шей Патрик Кормак. Вот как все было. Так, сейчас хотя бы дров заготовим. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф. Лаем. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в полымя. Пора назад. Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистами. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Шевалье считает, тебе не стоит знать. Думал, мы друзья, Лаем. Друзья. Но это другое. Так решили, Шей. Что, не успеваешь, что ли? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Как бы всегда. Живи. Шевалье не любит опоздания. Чем такие эти недоумки? Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозеф. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи, Жозеф Готье, шевалье де Ла Верендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Как ты смеешь проявлять неуважение? Я научу тебя хорошим манерам. Ты безответственный нахал. Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шеем освободим их. Раненые на вас. Пригодятся. Бери.
Будь осторожнейшей. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Проучим их как следует. У них нет ни шанса. И где твои дружки, крыса? Спасибо. Всем быть начеку! Они все еще где-то рядом! Ага, вот и он. Вот повезло! Стоп! Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза, Шейн. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Это куча дерьма? Если хочешь, Шейн, забирай. Я иду на свой корабль. Ты все слышал. Корабль твой, Шейн. Давай. Штурвал. Кое-кто из тех, кого ты спас, неплохая. Не уверен насчет их капитана, но ты второй опытный мореход в братстве после меня, Шейн. К тому же, корабль не повредит. Даже такой упал. Мой корабль? Лично? Твоя личная лохань, да. А, слегка покрасить, да пушки заменить. И будет вполне прилично для семи морей. Ступим. За дело. Не дай. Потрепан. Но на ходу. Называется Морриган. Морриган. Самая глупая идея покупился нервно. То, что тебе и нужно, Шей. Морриган — древняя богиня. Королева войны и тьмы. Она собирала душу павших воинов. Же потопят его! Настало время, Морриган, капитан Шей. Команда к бою готовься! Друзья, Шевалье нами доволен.
И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Что ты там натворил? Это какой-то спящий вирус? Черт! Держись, я тебя вытащу. Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так. Ты был в Анимусе. Анимус, ясно? Чтобы получить доступ к генетической памяти Шея Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент. Ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила. Теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей. Ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор, чтобы не заблудиться. А теперь нам пора. Иди за мной. Скорей! Ну, давай, вся эта паника из-за тебя. Если вдруг интересно. Все будет хорошо, ребята. Я обещаю. В чем дело, черт возьми? В файле Шей Кормак находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет, изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Ламей, это не обсуждается. Вы слышали? Что ж, мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Ламей? Привет, не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы, ну... усилить защиту. Мистер Отсеберг и мисс Вайолет да Коста. Просто Вайолет. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Это, конечно, не твоя вина, но все-таки вирус выпустил ты. Так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея. Но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы. Отвечают за работу здания. Мелани, похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? Черт, да. Пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Де Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я... поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Скажи мне, сервер поднимется, подключу твой анимус обратно к Хеликс. По идее, если соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. Именно на каждый. Один луч, один сегмент. Это понятно? Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Супер! Это было не так сложно. А вот запуск остальных устройств во всем здании займет больше времени. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно.
Лишь когда Альтаир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения. Что уж говорить о других ассасинах. Сомневаюсь, что ты должен был это видеть. Слушай, возвращайся к своему анимусу. Когда сервера поднимутся, ты в принципе можешь восстановить рабочие станции, если хочешь помочь. А можешь, допустим, поискать разные полезные устройства. Но тут сноровка нужна. Сколько воды утекло? Ахиллес. Одевали. Что там слышно в Вест-Инде? Боюсь огорчить тебя, друг. Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Кто наш гость? Одевали. Он был рабом, но сбежал и освободил сотни своих братьев. Живое воплощение нашего кредо. Ясно. Готов тренироваться? Да. Но есть еще одно дело. Так что случилось, друг? Это было ужасно, Ахиллес. Земля тряслась. Что ты тут забыл? Океанские волны смели Порто-Пренс. Найди себе дело, или я тебе его найду. Тысячи. Практически в каждой семье горе. Мне неприятно говорить о делах в такой момент. Все-таки скажи мне, люди Макандали выполнили поручение? А как узнать? Вендреди не нашли. Сильный был Марун, лучший ученик Макандали. Адевали находится не свой. Лаема видел сегодня? Искал тебя. Тебя там госпожа Кумба искала. Шей, ты опоздал. Хоуп, что я пропустил? Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кессига Вася. Наше дело важнее веселья. Не сотрясай воздух для Шея совершенствования, что для кошки ошейник. Эй! Как жаль, у мальчишки определенно есть талант. А дисциплины не достает. Ладно, ладно. Что нужно делать? Умно. Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми их. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот цели. Лучше не спеши, но и не тяни, нас полно. Патроны! Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Давай, быстрей! Уже почти. Молодец, Шей. Так держать. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра.
Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель. И твой шанс. В чем-то я с тобой согласен. Чем займемся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шеем. Можешь сделать это незаметно. А ты, похоже, знаешь, что нужно делать. Ага. А ты молодец, Шей. Заберись как можно выше. Атака с воздуха самая эффективная. Удивил меня. Ха, чуть лучше, чем я ожидала. Ты впрямь чему-то научился, Шей. Ха-ха, только не надо задирать нос. Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Пора на охоту. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Не убивай напрасно. Используй дары природы с умом. Да, теперь используй. Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Занятие окончено, Шей. Говорят, ты стал отличным стрелком. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет, Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адевали. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтеч. Не вернем их? Опасность грозит всем.
Куда? Куда ведет след тамплиеров? Лайон, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай. Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Надеюсь, она приблизит нас к артефакту. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалиша. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ведь? Это покажет. Сделай это для всех нас. Ну, видишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Yeah.
Собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына? У него только один сын. Коннор. Значит, как наследник. Коннору отойдет дом... А тебе звоню. Увидим. Как скажешь, принц Эгин, братство ассасин. Еще раз так назовешь, за борт выкинь. Зарезано! А ну, общий бар! Нам идет корабль, сэр! Черт, там королевский флот! Он не один, сэр! Огонь! Огонь! Дьявол! Мимо! Блин! Ага, они нам не ровня! Блин! Жду приказаний! Убавляй! От ветра! Паруса спускать! Убли! К бою готов! Блин! Он идет в роты отдать! Вперед! Заряжено! Есть возможность улучшить корабль.
Борт Союз. Огонь! Готов к бою! Бли! Военный корабль, Кэп! Сендер! Это Бли! Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. А насколько надежны эти пираты? Они мне как братья, Шей. Когда придет время, они помогут нам победить тамплиеров. Вот бы англичане поняли, что именно тамплиеры управляют ими. А что, тамплиеры и в самом деле управляют колонией? Не совсем, но их влияние весьма велико. А что, шпион, как его? Охотник не твоя забота. Он верен нашему братству. У него есть друзья как в французском, так и в английском флоте. И он знает о том, что происходит на просторах Атлантики лучше, чем все мы. Лайм, а расскажи мне про Адевали. Ты ведь так им восхищаешься. Мы уже близко, Кэп. Капитан, английский корабль. Ему туго пришлось. Что ж, отлично. Пожалуй, самое время пустить. Предлагаю не спешить, там королевский груз. Посмотри в трубу и сам все увидишь. Неплохо. Ну что ж, думаю, мы облегчим пришли от короля Фиона. И учти, нескольких попаданий достаточно. Если что, пойдет на дно вместе с экипажем. И грузом. На борта! Встреча наша!
Приготовиться! Море в этих местах опасное. Я бы посоветовал укрепить Морриган. Потолкуй с капитаном ближайшего порта. Сможем купить что-нибудь полезное. Не знал, что на Гаити есть кто-то из братства. Есть. Их наставник Франсуа Макан. Многие маруны стали его учениками. Нам точно сюда? Тут же только рыбаки, да их сети. Да, в Персе полным-полно рыбаков. Но и для нас кое-что найдется. Сначала тут рыбачили французы, но Георг все пытается их потеснить. А местным деться некуда. Бросить якорь! Удивительно вовремя, друг мой. Veillez à ce que tout reste exactement. Yeah.
Что вам предложить? Необычное дело. Капитан, еще... Надо вернуться на курс, капитан. Точно. Охотник уже ждет нас. Море в этих местах опасное, капитан. Но за Морриган я бы не беспокоился. Снова рыбаки из Марса. Осторожно, Шей. По курсу враг! Они топят рыбачьи лодки. Думают, кто-то посмел нарушить их границы. Эти трусы поплакаться. И, кстати говоря, они мешают нам продолжить путь на антибочку. Что скажете? Может, потопим их всех? В этом веке я соглашусь с тобой, Шей. Такое бывает. Соленый воздух, чистое небо. Думаю, только в море.
человек может быть свободен. Что скажешь, Лайм? У нас есть задание, Шей. Не отвлекайся. И в чем же смысл свободы, если даже не знаешь? Тамплиеры здесь как у себя дома. Пока этот берег нельзя считать свободным. А мне кажется, нам нужно просто поговорить с ними. А то все ходим вокруг. И что, будешь милым улыбаться, когда тебя наступят смогом на горло? Нет, конечно. Это убийцы, которые хотят получить как можно больше власти. Не забывай. Можно подумать, что мы намного лучше. Мы сзади! Берёмся, сэр! Наконец-то. Антикости. Охотник ждет там. Надеюсь, он знает, где искать манускрипт. Ура! Он съел! Мит! Пусти копра, стреляй, Марселя! Швартусишь? Вот мы на антикости. Добрая, светлая душа. А где встретил-то? На ее свадьбе. Ха-ха, пролез и на праздник попал. Я бы сказал, в переплет ты попал. Вот это трофей! Золотая.
Руки! Вперед, Шей. Встретимся в форте. Добрая охота! Ну, Луи. Некто, покупаю. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти его. Спасибо вам, сэр.
Кормаку штурвала! Будь осторожен! Шутки Вехерка! Свободу к ротам! Чтоб каждый... Thank you.
Old Billy Riley was...